Ивану Юрьевичу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я думаю, настало время поздравить вас с замечательным праздником Узбекистана и всех вас здесь в Фуд-Сити от московских властей. Я больше 20 лет был депутатом Московской городской думы, затем 3 года работал в правительстве Москвы, и в замечательном нашем городе сошлись люди самых-самых разных национальностей, как вы прекрасно знаете. И узбекская диаспора вносит значительный вклад в процветание нашей столицы, Подмосковья и нашего громадного мегаполиса. Спасибо вам большое за то, что вы здесь. Спасибо Фуд-Сити за то, что кормит Москву и прилегающие области. Успехов вам больших в деловом сотрудничестве и в национальных праздниках. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, в самом деле... Культуру Востока в России очень любят. И очень многие русские интересуются этой культурой и даже изучают ее. И сейчас еще один
сюрприз. Русская девушка Валерия Струкова, лауреат многих вокальных и международных конкурсов, споет для вас на аварском языке. На аварском языке — один из главных языков Дагестана. Прошу вас, Валерия, микрофон.
французском языке. Первую вы, конечно же, поняли, а вторая будет вам еще понятнее. Про наш замечательный Кавказ.